А что это вы здесь делаете? Увы, но на сегодняшний день этот вопрос не актуален. В конце июня в известном лагере «Березка», как, впрочем, и во всех остальных загородных лагерях области, детей нет. Но их здесь очень ждут, рассказал исполняющий обязанности директора Дмитрий Корнишин. Коронавирусное лето внесло свои коррективы, и если лагерь все-таки откроется, то это будет отдых особого режима. К привычным правилам Санпина в этом году добавились жесткие рекомендации Роспотребнадзора. Лагерь готов на 75%. Ограничение в том, что количество детей уменьшится на 50%. Сколько детей смогут заехать? Ну, если у нас лагерь рассчитан на 384 человека, то, сами посчитайте, будет одномоментный заезд. Посещение детей будет ограничено до минимума. Ну, так как я ранее сказал, что будет 50% количества загруженных в лагере, тогда и в комнатах будет по 3-2 человека. Мы приняли такое решение, что в основном будет на открытом воздухе. Для этого мы организовали 3 кружка, именно которые связаны с открытым воздухом. Вот. У нас будет проводиться кроссфит по разделению как раз. У нас будет образовательная программа. Ну и будет заниматься там танцами, каким-то таким моментом, что будет разделение. Особое лето 2020 диктует свои правила. Оставаться дома уже нет сил, в загородные лагеря не пускают. Подростки коротают летние дни на набережной, катаются, прыгают, купаются, нередко нарушая правила безопасности. А это городской парк в первый день своей работы после карантина. И дети, и взрослые радостно наматывают круги по забытым дорожкам. Но такое времяпрепровождение вряд ли заменит полноценный отдых за городом. Тем не менее, далеко не все родители готовы отправить свое чадо в оздоровительный лагерь. В лагерь я их точно не отправила, потому что они еще маленькие. Если бы ребенок был постарше, тоже, скорее всего, бы нет. Побаиваюсь, да. Потому что там все-таки больше народу, много детей. И контроль, я думаю, там не такой. Мы к пандемии относимся довольно лайтово. Нужно просто мыть руки, промывать слизистый нос и не ходить в толпу. Поэтому, может быть, даже и да, смотря в какой. Ну, вообще, меня беспокоит, конечно, скопление людей больше всего. Потому что не знаешь, где это схватишь, эту заразу. Поэтому боимся. Лагере. Во-первых, это внук, а во-вторых, бы отправила. Отправили? Да. Не боитесь? Нет. Что сейчас? Может быть, моя позиция не слишком популярна, но я не боюсь. А ты как тебя зовут? Меня зовут Алексей. Поехал бы сейчас вот в лагерь? Как считаешь, надоело сидеть или не знаю? Там... Да, надоело, я бы поехал. Я бы взял свой 3 литра антисептика и каждый раз, когда приходил, просто шикал на руки и... Всегда носил маску. Антисептики и санитайзеры на каждом шагу. Эта безопасная фраза звучала несколько раз в разговоре о детском загородном отдыхе замминистра труда и соцзащиты региона Светланы Савочкиной. Жизнь по новым правилам, рассказала она, требует от каждого загородного учреждения дополнительных расходов. Тепловизоры, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. А еще обязательные анализы на COVID-19 для всех сотрудников. Кому-то это может оказаться не по карману и, возможно, отразиться на стоимости путевок, считают родители. Сразу же хочу успокоить всех тех, кто заинтересован в этом. На сегодняшний день удорожание путевок на территории Саратовской области с точки зрения организации отдыха и оздоровления детей не наблюдается. У нас львиная доля организации отдыха работают по нормативам, но при этом, как я уже сказала, значительная часть лагерей принимает эту нормативную стоимость за основу формирования своей путевки, поскольку в ней заложены
выполнены те требования, которые позволяют обеспечить нормы питания, так скажем, и всех сопутствующих расходов на содержание ребенка в лагере. Но при этом у любого лагеря, у любой организации отдыха при изменении объема услуг, повышении, так скажем, будем говорить, их качества, кратности, дополнительных мероприятий, которые проводятся, остается право калькулировать свою стоимость путевки. Итак, двухнедельный отдых за городом в закрытом режиме, без родительских дней, в небольшой компании ровесников с чистыми руками обойдется родителям в среднем от 18 до 25 тысяч рублей. Однако отправить своих чад на самостоятельный отдых готовы по большей части родители подростков. И все-таки мы должны отхватить кусок лета у коронавируса, надеются специалисты Роспотребнадзора. И хотя эпидситуация сегодня в регионе непростая, и раньше 1 июля детская оздоровительная кампания не начнется, в областных здравницах готовятся к встрече с детьми без масок. Несмотря на жесткие требования, Роспотребнадзор разрешил детворе находиться на отдыхе с открытыми лицами. Заявок много, все хотят определить детей, но надо понимать, что в этом году в силу того, что дети должны будут располагаться в условиях социальной дистанции, лагеря не смогут принять всех желающих, это все-таки будет определяться именно тем, на каком расстоянии, например, нужно хотя бы расставить кровати для детей. Это 1,5-2 метра, и это будет накладывать свои отпечатки. Самое главное, с моей точки зрения, это социальное дистанцирование. Это ни в коем случае не проведение массовых мероприятий в лагерях, все, что создает излишние контакты. Нужно так даже спланировать отдых детей, которые там будут, чтобы они были разведены по отрядам, по группам. Персонал у нас принимается туда при наличии исследования. Персонал заходит одномоментно. Вместе с детьми? Да? Да, вместе с детьми. Дети находятся в лагере в течение всей смены. То есть вот таких забрал домой родитель, привез. Такого не будет, только они будут находиться постоянно в лагере. А пока детский отдых остается для родителей больным вопросом. Когда откроются школьные площадки, тоже неизвестно. Развеять завесу тумана могли бы в саратовской мэрии, но чиновники от комментариев самоустранились, переложив решение проблемы на родителей. Так что пока из наиболее вероятных вариантов летнего отдыха для подростков остается улица. А что делать? Такое оно, коронавирусное лето.